Всем привет, ребят, с вами я, Марк, и вы на канале 2.42. Это видео будет супер бомбическое, супер крутое, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите печенюшки и поставьте лайк, а мы погнали! И сейчас будет мега бомбическое видео, я такого ни разу не делал, а вы сейчас прямо и узнаете, почему. У меня есть такой чудесный пакетик, вот такой вот, крафтер, и в нем у меня вещичка. Деньгомет. И давайте ее распакуем. Давайте. Опа. Она уже запакована. Это нам не нужно. И у нас еще денежки в комплекте. Это такие денежки тестовые, можно сказать. Их сюда заправлять и просто стрелять. И вот у нас деньгомет. Давайте же посмотрим, какой он вообще. Тут написано Money Gun, то есть деньгомет, да. Внутри у нас такая крышечка, видите, она автоматически сразу же закрывается. Тут механизм, чтобы денежки наши вылетали. А тут заборчик, чтобы они, если вот так вот повернуть, они не выпряхивались вниз. А вот тут вот у нас батарейки. Если что, они открываются с крестовой отверточкой и вставляются туда 3 пальчика в батарейки. Но я уже эти батарейки вставил. Вот. А вам не кажется ничего странного на этом заднем фоне? Ничего? Вы не думаете, что как-то слишком чистовато тут? Ну что, давайте тут помусорим, пошпыляем. Берем бабнишку. Подсказка, ребят, это первая стадия еще. Так, просто, ладно, чтобы вы знали. Загружаем бабло. Немножко сейчас уравняем и мусорим! Так, мусорим! О, вот такой вот эффект, слушайте, тут везде разлетелось. Как вам такое? И так прикольно, мне даже никто не запрещает просто раскидывать тут деньги. Никто не запрещает, а зато мне кайфово. Так что наслаждайтесь этим видео вместе со мной. Но это еще не все, как я вам уже и говорил. Давайте же посмотрим, что еще у нас в пакетике. У нас тут телефон. Ладно, шучу. Тут у нас кучу котлет, можно сказать. Деньжат. Вот просто посмотрите. Если что, они фейковые. Это такая уже стадия чуть повыше. Ну что, давайте их теперь зарядим. Деньгомет. Деньгу выкидываем. 50 купюры. Давайте даже встану для эффекта большего. Ну что, погнали! Вау! Вот так вот эффект. А давайте сейчас загрузим прямо 2 котлеты, чтобы было прям помощнее. Вы же хотите добавить мощи в это видео. Так что давайте соточки и 2000 вставляем. Опа! Смотрите, он прямо так закрылся. Давайте опять встану и... Ой! Даже более эффектно. Во! Посмотрите! Кто бы так же тоже хотел бы помусорить, можно сказать, в квартире, поставьте лайкусик под этот видосик, а мы погнали загружать еще бабосика. Теперь не будем делать ошибки, как в прошлые разы, загружать прямо много. Ну согласитесь, охота же прямо вот раскидывать просто. Давайте. Погнали! Раскидываем по всей этой квартире. Кстати, ребят, посмотрите, что нужно сделать. Нужно, чтобы лайк был таким же веселым. Давайте еще загрузим. Мне прямо так нравится это делать. А пока я загружаю, напишите ком какой-нибудь. Идея, к примеру, на следующий видосик. Просто
Опа! Вау! Ну а теперь давайте две последних котлетки мы загрузим прямо сразу же и вместе. А представьте, если всех перетусовать и потом загрузить каждую по разной. Как это будет? Там прямо все пойдет разными купюрами. Ну что, 3, 2, 1, погнали! Вот так вот, прямо салют из деньжат. Вот, ну вот так. Тут можно прямо так хорошенько помусать. Или даже покупаться в деньгах. Ну вот это вот я тут, конечно, знатно похулиганил, но у меня тут только вот один вопросик. А кто это будет все убирать? Конечно же, родители. Ну ладно, давайте уже к следующему этапу перейдем. Но сейчас проверьте, правда ли вы на меня подписаны, потому что этот этап самый крутой и мощный. Он у меня лежит в этом пакетике. Точно подписан. Молодцы. Котлетище, точнее, кирпич денег по 5 рублей. И сейчас моих за деньгомет засунем и жестко похулиганим. Вот такой вот кирпич 5-рублевых купюр. Тут 1000 этих купюр. Они прямиком из банка. Вот видите, запакованные. Тут даже наклеечка есть. Ну, а давайте их откроем. Я уже в предвкушении. Что я могу сказать? Так. О, порвал. Да шучу. Давайте же их откроем. О май гад. Они прямиком из банка. Это не передать запах ощущений и свои эмоции. Вау. Просто вау. Вот. Так, давайте сейчас подраспакуем чуть-чуть еще. Так, хопа. Так, разрываем это все. За это можно и лайк поставить, и подписаться. Подписка 100% должна быть. Вот. Вот такая вот котлетища просто. Давайте от этого вот уберем от надписи. Давайте сейчас. Опа, 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 опа. Оп. Вот столько был кирпич, стали котлеты. Я никогда не трогал котлеты именно денег настоящих. Вы посмотрите. Настоящих. Запах денег подтверждаю. Ну что, вы готовы? Мы будем настоящие деньги запускать. Давайте откроем первую котлетку. Вот такие вот они все прямо хорошие. Вау. Мега вау. Давайте положим. Вообще запустим в мега маниган. Настоящие деньги. Представьте, настоящие. Ну что, погнали? Вау! 5 купюр! Вау! Я даже боюсь наступать, то, что на них наступлю случайно. Опа, а это я себе? Ну, вы понимаете, тут убежал. Открываем следующую котлетку. Заряжаем. Опа! А давайте-ка еще одну котлетку. Чтобы эффект был чуть-чуть помощнее. Вот, мы загрузили. Погнали! Так, вы сейчас немного вылезем. Опа! Вау! Так, открываем. Кладем еще один запасик. Опа! И... Давайте исполнил теперь мою другую мечту. Я, конечно, уже устал раскидывать, как ни странно это звучит, деньги с автомата. А теперь давайте в ручном стиле их раскидаем. Так, снимаем. Вот две котлетики. И начинаем. Давайте. 1, 2, 3. О, Матрига! Что сейчас произошло? Сейчас был эпичный салют, но очень быстрый. Я аж не понял. И даже заделала в натяжной потолок. Вот такой вот был эпичный ролик. Ставьте
ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях свои эмоции от этого видосика. Но с вами был я, меня зовут Марк. Вы были на канале 242. Всем удачи всем. Пока-пока.